здравствуйте. Сегодня расскажем вам об очень интересной немецкой модели Britax Roamer. Модель называется King 2 LS. Предназначена от 9 до 18 килограмм. То есть это ориентировочно от 9 месяцев и до 4 лет. Плюсы данной модели. Имеет независимый угол наклона в трех положениях. То есть независимо от спинки автомобиля мы можем регулировать наклон. Также хороший подголовник, то есть полноценная поддержка головы ребенка. Удобную регулировку по высоте, то есть есть специальная такая кнопочка. Мы ее нажимаем, и подголовник регулируется в 15 положениях. Максимальный рост до 105 сантиметров рассчитано. Также очень удобная фиксация в автомобиле. Несмотря на то, что кресло фиксируется штатным ремнем, фиксируется оно довольно-таки просто. Есть специальная кнопка, расположенная на корпусе кресла. Мы ее нажимаем. База автокресла поднимается. Вытягиваем штатный ремень. Вот таким образом складываем его вдвойне. Продеваем специальные пазы. Кстати, здесь картинками все указано. Пристегиваем. Подтягиваем верхний ремешок. И само кресло, оно ремень дотягивает. До щелчка раз. Зафиксировали. Верхний ремешок продеваем в дополнительную боковую защиту. Вот таким образом. Все, автокресло установлено, то есть в автомобиле оно не болтается. Вверх, также вот оно волнует. Очень актуальны длинные ремни, то есть до 4 лет ребенок без проблем будет в них лазить в зимней одежде, если ребенок также крупный. Накладки на ремешки здесь максимально широкие, также идут специальные вот такие подушки. Для чего они нужны? При экстренной ситуации они снижают нагрузку на 30%, то есть основную нагрузку берут на себя. Отличие King 2 от King 2 LS это в специальном индикаторе. То есть у King 2 LS есть специальный индикатор, для чего он нужен. Когда мы пристегиваем ребенка. Секундочку, у нас есть ребенок. Вот таким вот образом. Складываем. Пристегнули. У обычных автокресел такой системы нет. То есть мы начинаем их подтягивать. Если же ремни у нас не дотянуты, либо неправильно пристегнуты, тянем до того момента, раз, пока не загорится специальный индикатор. То есть как только он загорелся, ремни именно правильно натянуты. То есть складывается ощущение, что они прям ребенка вдавили, но здесь вот я щупаю, то есть ремешки в принципе достаточно свободны. Материал, опять же, он весь снимается, стирается, внутри у кресла идет специальная пенополиуретановая такая вставочка, то есть она достаточно мягкая. Также Britax Roamer использует экологически чистый материал, то есть ребенок чесаться, царапаться в данной модели не будет, это 100%, аллергии никакой опять же проявляться не будет. По краш-тестам, в отличие от King 2, у модели LS стоит 4,3 балла из 5, то есть оценка гораздо выше. Продленная гарантия 3 года, до 4 лет автокресло считается максимально безопасным и комфортным. Город Красноярск, магазин «Кресел Брук».